«Змей Двери». Анны Ахматовой стихотворение или Павел Ахматовой, да? Далеко в лесу огромном, возле синих рек, жил с детьми в избушке темной, бедный дровосек. Младший сын был ростом с пальчик, как тебя унять? Спи, мой тихий, спи, мой мальчик, я дурная мать. Да летают редколести к нашему крыльцу, подарили белый крестик твоему отцу. Спи, мой тихий, спи, мой мальчик, я дурная мать.